Здравствуйте, друзья! Как всегда, с хорошими новостями от наших латвийских музыкантов. Я искренне рада и горжусь тем, что в Латвии есть группа The Coconuts. Они красивые, талантливые, и они рождают музыку. И эта музыка, я уверена, мирового уровня. Вот встречайте их сегодня почти в полном составе в нашей студии. Вот они, The Coconuts, замечательные. Я думаю, что я обращусь к Инессе. Всем привет. Чтобы привет. Все-таки Инесса, несмотря на то, что вы второй раз в нашей программе, и меня это очень радует, ну, представь, пожалуйста, всех еще раз, всем тем, кто смотрит телевизор сейчас. Да, здрасте. Мы группа The Coconuts. И у нас в группе играет контрабас Томс Валмиерс. И на барабанах, но сегодня на кахоне Артур Страутманес. Это наш формат, именно телевизионный. Да. Барабаны мы не можем себе позволить никак. Громковато будет. Да. И на гитаре и тоже поет, и мандолину играет. И в шляпе ходит. И в шляпе ходит Петерс Нарубинс. Очень рада. Бэк-вокал и менеджмент Монта Курме. Все сразу. И лидер-вокал, и вообще сердце всей группы Мария Броча. И композитор. И композитор, песен. И автор слов. Да. Да. Поэт. И поэт. И меня зовут Инесса Берзиня, я играю фортепиано на клавишах и пою бэк-вокал. Ну, вы замечательные. Мы еще ожидали трубу или, может быть, еще миллион каких-нибудь инструментов, потому что вы умеете очень хорошо сочетать все, что звучит. И голоса. Что значит бэк-вокал? У вас прям настоящий ансамбль, три голоса, которые так сладко звучат вместе. Но мы это еще услышим. О чем мы, собственно, должны говорить? Почему вы сегодня встретились? Ну, потому что Coconuts представляет новый альбом. Да, у нас выходит новый альбом. Название альбома No Other Way Out. То есть другого выхода нет. Другого выхода нет, как только в музыке. И сегодня мы будем презентировать наш альбом в таком виде, как лайвстрим на Фейсбуке. И мы сами будем на крыше играть, и это все будет видно в интернет. То есть в лучших традициях самых главных рокеров 20 века концерты на крыше продолжает группа The Coconuts. Ну, я понимаю, что где-то есть такая приватная крыша, куда могут попасть члены группы и друзья самые близкие. Но мы все можем присоединиться и посмотреть в онлайне, как там все будет происходить. Ну, погода должна быть хорошая, я так понимаю. Ну, тут, да? Говорит, что вам там будет, говорят сверху? Что только солнце, только солнце. На крыше жарковато будет. И будет жарко, но так и надо. И еще, и тогда сам альбом завтра. Самым утром уже будет... Напечатан, да? Напечатан. Вот сегодня мы не можем его показать, и он еще в печати. Он еще печатается. Но тоже сможем Spotify, iTunes и все эти... Bandcamp, да. А, в самом... То есть во всех местах, где кому удобно скачивать, везде все это можно будет найти. Да. Вот так. Мне очень интересно, когда вы все-таки знаете свою статистику, вас знают в Латвии, понятно, но я уверена, что вашу музыку поймут в любой стране мира. Где вас любят еще, где вас знают? Ну вот по скачиваниям даже. Ну, мы были в Литву, мы были в Эстонию. Это вы были. А кто скачивает вашу музыку? А тут... Там можно отследить же? Можно, но там может нет, быть и Новая Зеландия, так. Австралия, и Америка, и все что угодно. Ну, это надо тогда посмотреть. Но это интересно. Не знаю, да. Хорошо, я вам желаю этого исследования, потому что, ну, это здорово. Мы сегодня поговорим и о такой большой презентации, на которую мы всех пригласим. Время еще есть, она впереди. Но, может быть, сейчас пришло как раз то время, когда мы послушаем вас живьем. Я очень жду этого момента, потому что я ужасно люблю ваш звук. Вы как-то особенно, ну, я не знаю, по моему вкусу. Каждого из вас слышно, но вы все вместе. Ну, прямо что-то очень вкусное. Как-то меня сегодня на гастрономию потянуло. Хорошо. Что мы услышим? Мы будем петь песню «Good to be home». Это песня из нового альбома.
И я думаю, вы поймете, о чем тут речь. Хорошо быть дома? Хорошо быть дома, это очень хорошее ощущение. Прошу, The Coconuts. So good to be home where I belong. It's such a natural feeling, so calm, so calm. Ooh, 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 ooh. It feels so good. Ну, я же говорю, какие они классные. Это же невозможно. Спасибо вам большое. У меня такое ощущение, что у нас сегодня и праздник песни получился, потому что все-таки отчасти хоровое звучание было. И что-то большее вообще, и даже праздник танцев. Все здесь было, потому что под вашу музыку невозможно не двигаться. Вы большой коллектив, вас много, вы всегда с живыми инструментами. Три голоса — это всегда обязательно. Вы чувствуете, что в связи с этим возникают проблемы? О, да. Маленькая сцена, дорогая дорога. И вообще, почему вас так много? Вы не помещаетесь в нашем помещении. Ну да, но вместе лучше. Как-то мы чувствуемся как семья, ну, так можно сказать. И если кто-то нет, тогда сразу не так хорошо. А кого сегодня с нами нет, кстати? Трубы-то нет? У нас сегодня нет трубы. Но у нас немножко поменялся состав. У нас идет, не будет уже флейта после этого альбом-презентации. Но флейту поменял трубач. У нас новый музыкант. Зовут его Рейнис Пуринч. Мы передаем привет Рейнису. Mm-hmm. Прощаем mm-hmm. его за то, что он не пришел, потому что его труба, она бы здесь все перекрыла. Mm-hmm. Это громкий инструмент. Ну, а в вашем концерте, который будет уже совсем скоро, 14 июня. 14 июня. Будут все. И где он пройдет, приглашайте. В клубе 14 июня, клубе One One, это около клуба Пенс. И тут в 9 вечера начинается
публическая презентация нашего альбома «No Other Way». То есть для всех-всех, кто любит живую музыку. Да. И там еще будет и наши музыканты, которые тоже играли в альбомы. Тут будет виолончело, Мителес, на перкуссии Мигель. И, возможно, тоже будет еще трубачи из Латвии с радио Big Bands. Лаура Розенбергер, Кристоп Слубаус и Оскар Созолинч. То есть вас будет еще больше. И нас будет еще больше, да. И звука будет больше. Надеемся, да. И это все тоже будет, можно... будет видеть там. Там, именно там. Там. Ну, я действительно, когда объявляла вашу группу и сказала, что я горжусь, что такие музыканты есть у нас в Латвии, это было совершенно искренне. И я горжусь еще и вот этой красивой музыкой, которая рождается в Латвии, может звучать по всему миру, она будет понятна всем. И всем будет понятно, что она непроста, она очень талантлива. Вот продолжайте в том же духе, каждый ваш альбом — это что-то немножко другое, но все-таки вы умеете сохранить свой стиль. Держите его и оставайтесь такими же, какие вы есть. Угу. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. У нас еще есть видео от Coconuts. Я думаю, что мы вспомним те песни, которые мы знаем. Или те, кто вас совсем не знают, узнают вас получше. Поздравляю вас с новым альбомом. Надеюсь, до новых встреч здесь, в эфире, с новыми песнями. Угу. Спасибо. The Coconuts сегодня у нас в гостях. Пока.